Надежда Егоровна живет в Полевском с 62 года, уже 10 лет на пенсии. Тогда первый раз она перекопала несколько участков почвы во дворе своего дома 35 на улице Вершинина и посеяла первые цветочные семена. Сегодня здесь цветочный остров. К душевному занятию Надежды Егоровны иногда подключаются соседи. Помогают мне все. Потому кто несет семена, кто цветы, кто лопату. Владимир Алексеевич, вот Лимонов, он косит. Надежда Егоровна сегодня правая рука для своего больного мужа Валерия Сергеевича. Но, влюбленная в свои растения, она бывает с утра уходит на Малахову гору за удобрениями. Или, например, воду после мытья пола принесет для поливки своего цветника, несмотря на то, что живет на 7-м этаже. За любимыми незабудками Надежда Егоровна ходила на речку. Не жалеет сил, понимает, что многие приходят в этот двор полюбоваться. В доме номер 35 на улице Вершинина 6 подъездов. Это как минимум 150 квартир. Подумайте, если бы из каждой квартиры кто-нибудь посадил хотя бы по маленькой клумбе, как бы преобразился весь этот двор. И если бы каждая полевская семья последовала примеру нашей героини Надежды Егоровны, как бы преобразился наш город Полевской. Такое трепетное отношение Надежды Егоровны к своему городу заметили не только соседи. Горожане, которые самостоятельно облагораживают свои дворы, на особом счету работников ЖКХ. Ольга Дмитриевна Брежнева, начальник ЖУ-2, хвалит дворы по улице Елунина возле 13, 19 и 21 домов. Очень рады, что хоть кто-то, что хоть где-то, ведь за сколько лет никто нигде никогда только выбрасывали мусор. А так сейчас ведь даже туда стыдно мусор выбросить, согласитесь. Цветов не жалко, улыбаясь, говорит Надежда Егоровна. Просит букет, пожалуйста. Нужна рассада, всегда сама поможет отделить от растения отросток. Всем хватит, уверяет пенсионерка. Вот их сколько, и львиный зев, и ромашки, и многолетние ирисы и лилии. Осматривает свои труды, улыбается и иногда сама удивляется. Это, я не знаю, как называются, это просто семена. Вот, я не знаю, как они называются, собираю все семена, потом хожу. И по улице, когда хожу, где я вот семенами, когда уже, тоже собираю. Все для души, своей и полевчан. Екатерина Медведева, Алексей Ионов, новости нашего города.